Меняемся местами, да? Вот это же полынь, да? Это полынь, обыкновенная полынь. Полынь обыкновенная. Чувствую, куда он левый потом. Братья направо. Посмотрите, я прошел тут, это с Александром мы приходили здесь. И вот этот вот вырвал. И там в крапиве нашел вот этот аналой. Видите, двойная ограда. И вот здесь вот Библия лежала, молитва слов. И пришел человек и все это разломал. А видите, как две жерди вверху, чтобы удобно было сидеть. Вот лагерь, оттуда приходили, молились, когда ветерок был, чтобы не было комаров. Вы можете ноги поставить, если упала. Она уже на месте. Как упала, сейчас такая. Все, она работает. Да, там идет. А почему она оторвалась? Ну, она потому что стоит. Отсюда мы сразу пойдем в бывший лагерь. Все посмотрим и по домам. Потом вы узнаете, кто хотел в баню, я наберу из вас человек сколько нужно. Не больше 10 человек. Конечно. Так. Мы на это место приходили, когда здесь был ветерок вот такой, а там комар сильно кусал. Только причин другой нету, ничего сакрального. Но мы потом так привыкли, как-то наверху здесь, а здесь была башня водонапорная. Вот это телятники были, коровники. В старое время там было. Все разрушено. Так. Мы будем молиться. Шапочки долой в это время. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. И считаю, что грешил, Господи, прости мне грешного и помилуй. И не реши нас здравого смысла и памяти о всех благодеяниях, какие Ты нам здесь даровал. Мы в этих воспоминаниях находим снова милосердие на сегодняшние дни. Как Ты нас защищаешь? Сколько этих дойков и думиянинов, предателей восстало против нас? А Ты даешь нам возможность радоваться, принимать гостей, готовить ко крещению. У них же ничего этого нет. Жалься над ними, Господи. Примири их с нами, если угодно Тебе. И в судный день не помяни их безумие. Они сгорают в этой ненависти. Пощади их, Господи, Владыка славный. Ты привел нас на это место и напомнил, какую защиту Ты нам оказывал здесь 45 лет. Это Твоя милость сохранила нас. У нас не было ни одного повреждения, ни гибели детей. И мы все радовались. Мы начинали день молитвы и заканчивали молением. Ты даровал нам здесь жесткую, но полезную дисциплину. Мы не потеряли ни одного ребенка, ни одного не повредили. Больные уезжали здоровыми. Это все перед Тобою, как сегодня. О Боже! Прибудь с нами и сегодня. Научи нас быть внимательными к тому, что происходит с нами вокруг нас. И тех, которые сегодня там воюют, русские где? Верни их домой, если возможно. Милосердием Твоим сохрани им жизнь. Наших братьев Никиту, Александра, Максима и томящихся в вузах, монаха Сергея, Ивана. Владислава, Вара. И Ты освободил Илью, о которой мы молились. И он не увидел суда. Это редкое чудо, которое совершилось в наши дни. Предупреди его, чтобы он не давал им повода арестовывать его. Боже наш, слава Тебе! Ибо нет иного Бога, как Ты, Христос, Спаситель наш, умерший за наши грехи. Ты Бог, воплотившийся через Деву Марию. И Ты открыл нам веру эту святую, снабдил нас Словом Божиим в изобилии, так что мы можем делиться этим с тысячами людей. Благослови Патриарха Кирилла, благословившего это Красное Четвероангелие. Он сам сказал, чтобы шли и проповедовали. Коснись это епископов, архиепископов, митрополитов и самого патриарха, чтобы они шли в мир и проповедовали живое слово. Тебе, Господи, слава, Тебе слава, Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Все, мы уходим.